Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и как все вы знаете, сейчас у нас есть в игре розыгрыш бомбический, который отличается от предыдущих розыгрышей. Я думаю, каждый уже успел либо видео посмотреть, либо саму рулетку покрутить. Ну, короче говоря, в курсе по поводу того, сколько стоит данная рулетка и сколько в ней прокрутов. Для тех, кто не знал и смотрит видео сейчас и не в курсе, что в игре такое происходит, то 51 прокрут на 66 с копейками тысяч голды. Это действительно баслословная сумма. Я, допустим, дошел до 38 прокрута и на нем остановился, потому что дальше каждый прокрут стоит по 2,5-3 тысячи голды, а то и 3,5 косаря будет стоить, а в конце так вообще доходит до 4,5 и 5. Я, в принципе, не готов дальше крутить данную рулетку. Я получил из этой рулетки свою мечту, я получил вдобавок еще одну восьмерку. Короче говоря, все круто, все классно, и, в принципе, я неплохо окупился, потому что получил это все буквально там за каких-то 10 тысяч голды. Хотите посмотреть, как это происходило, переходите по ссылочке, которая есть в описании. Но рассказываю я не к тому, я рассказываю к тому, что есть люди, которые прокрутили полностью всю рулетку, и скорее всего где-то на последних прокрутах, а в частности наш герой, жирный танкист, который прислал мне свое видео открытие вот этих вот контейнеров бомбических в количестве 20 штук и попросил передать ему привет. Жирный танкист, огромный привет тебе и большое спасибо, жму тебя лапу за присланное видео. Короче говоря, он дошел до вот этих вот бомбических, он мне написал, что дошел он до них на 43-м прокруте. Выгодно, невыгодно, не знаю. Факт заключается в том, что он открыл он этих 20 контейнеров, и давайте все вместе посмотрим, что он с них получил.
Итак, друзья, скажу откровенно, я не сидел, не считал голду, сколько наш жирный танкист получил оной из 20 этих бомбических контейнеров. Если захотите, почитайте самостоятельно, напишите в комментариях. Ну, а что касается того, что меня интересовало, так это то, что ему выпадет из танков из этих бомбических контейнеров. И, как вы видели, выпало две машины, Т-22СР и Объект 268-4. За Объект 268-4 жирный танкист получил компенсацию 7500 голды, так как данная машина, с его слов, у него в коллекции была. А вот Т-22СР пополнил его коллекцию танков. Напишите свое мнение по поводу того, окупилась или нет данная рулетка для жирного танкиста в отношении того, что он получил одну десятку из 20 вот этих вот контейнеров. И напишите, в принципе, свое мнение по поводу данного открытия. Понятное дело, мы не знаем, сколько голды вернуло жирному танкисту до того, как он открыл эти конты в рулетке. Но, так или иначе, стоимость контов бомбических мы плюс-минус понимаем. Ну и, соответственно, можем плюс-минус делать какие-то с этого выводы. Я искренне желаю вам, чтобы вам, как из рулетки, так и из контейнеров, да и, в принципе, во всей игре выпадало, и чтобы вы получали исключительно то, чего вы хотите. Ну и, соответственно, стремитесь к тому, что доставляет вам удовольствие. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.